Минута в минуту. Радио Балтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе «Академия здоровья» на Радио Балтком. И всем еще раз здравствуйте. Начинается программа «Академия здоровья». С нами на прямой связи эксперт по качеству питьевой воды «Сиа Акватор» Евгений Данко. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Радио Балтком. И сегодня, в этот праздничный день, я хочу вас всех поздравить. На самом деле, сегодня настоящий международный день повара. Ну, а кто такой повар? Это тот человек, который, если хорошо работает, то до врача дело никогда не доходит. Поздравляем, поздравляем. Действительно, очень приятный такой хороший праздник, позитивный. Обычно ведь всегда повар, мне кажется, вот изображается с улыбкой, с каким-то хорошим настроением. Какого-то худенького, болезненного повара трудно себе представить. Он всегда должен быть, ну, действительно, такой пышущий здоровьем, веселый, жизнерадостный человек. Ну, к примеру, скажем так, жизнерадостности нам не занимать. Почему? Потому что, в принципе, вот если посмотреть на моих коллег, с кем мы в 2000-е года поднимали, так сказать, на высшую планку кулинарию, да, кулинарию Латвии, вот Янис Соколовский, пожалуйста, вот он, Италиссимо, самый лучший семейный ресторан. Я это не ради рекламы говорю, поймите правильно. Настало в Латвии то время, когда сами работники, сами профессионалы, специалисты, они просто куркули-инвесторы, смогли сделать то, ради чего они, в принципе, родились на свет. Да? То есть, когда у человека есть талант, и он применяет его по назначению и способен сам открыть, например, свой ресторан, это то место, где, может быть, кто-то впервые в жизни может попробовать настоящую еду. Знаете, как говорят, вот дети не едят рыбу, дети не едят брокколи, да, дети не едят овощи. Дорогие мои, а вы хоть раз пробовали их просто приготовить? Те самые брокколи, те самые овощи, да, ту самую рыбу, которая, да, продается у нас в магазинах. Сейчас, я так понимаю, не каждый туда может зайти, в эти магазины. Но, надеюсь, доставка в Риге работает. Я очень на это надеюсь. Есть же там службы доставки, они как-то должны существовать, потому что, в принципе, в Москве был этот самый подъем и развитие этого бизнеса, когда всех закрыли на изоляцию. Да? Я никогда не мог себе представить, что я смогу ездить по Москве, по Садовому кольцу и являться единственным водителем на машине. То есть, в принципе, картина была такая, напоминающая постапокалипсис. Но ничего, справились. И справиться, я считаю, может каждый человек. Да, подчас сапожник бывает без сапог. Это вот, в принципе, наверное, все очень сильно занятые на работе люди не могут следить сами за собой, что касается еды, к примеру, да? Редко на каком предприятии, редко на какой фирме бывает хорошее обеспечено питание. Даже что греха таить, в школах возьмите. Многие заканчивали школу и приобретали гастрит, язву желудка, да, только из-за того, что школьное питание оставляло желать лучшего. То есть, если мы включаем логику и понимаем, что готовили бы по рекомендациям четко, по рецептурам, не воровали бы, не крали, не тащили домой, да, это чаще всего приходит в голову также людям, которые вспоминают многие советские столовые. Но не было бы, не болели бы дети, и потом бы не болели бы взрослые, когда ты с детства получаешь болезнь только потому, что кто-то... Еще раз повторяюсь, если вы попали в руки профессионала, хорошего повара, врач вам не грозит. Да? Правильное питание – это залог того, что вы никогда в больницу практически не попадете, только если, там, не знаю, прививку на всякий случай сделать. Но можно ли самому стать таким, ну, если не профессионалом повара, но хотя бы тем, кто готовит для себя, для своей семьи, вот, вкусно и полезно? Есть ли секреты? А у нас в городе все мои коллеги, и Янис, и Ингмар, и многие-многие другие делали всегда курсы. Причем недорого приходили и бухгалтера, и журналисты, кстати, и довольно известные люди. Я, кстати, учил людей делать правильно суши. Да, года 3-4 была одна известная такая фирма в Риге. Собирался весь город по 12 человек. Единственная претензия была, знаете, какая, Олег, у людей? Говорит, мы теперь точно знаем себестоимость самых дорогих роллов. Мы в состоянии их сделать. И, Евгений Анатольевич, есть один момент.
мы теперь нигде их кушать не можем, потому что за те деньги, что продают, мы в 5 раз дешевле и в 10 раз лучше делаем сами. Вот. А так, в принципе, да, этим человеком может стать любой, самое главное, это технология. Технология, которая позволяет человеку быть здоровым. Мы вчера с вами говорили очень много про технологию ионизированной воды, да, той воды, которая так же, как и еда, живая еда. Недаром наша тричастая линия в Юрмале, вспомните этот ресторан, который гремел, да, на весь мир, когда у нас собирался весь мир. Что у Лавриса, какой девиз? На тарелке должна быть живая еда, там, где сохранены все жизненные соки. И вы получаете не просто божественный вкус, вы получаете пользу, вы перестаете болеть. Есть такая же вода, ничего сверхъестественного тут нету в местах из выхода подземной воды этой, либо монастырь, либо лечебница. Все об этом знают, и названия эти давно известны от Пюхтицы до Карловых Вар. Но когда в наше время в руки вам попадает настоящая технология, вот как настоящий повар, вы купили настоящий ионизатор, не подделку, не реплику. Как я говорю, не поехали в Цюрих и у негров в переходе купили там китайскую копию, рассчитанную на неделю-две. Это вчера мне задали один вопрос, говорит, а чем вот ваши там приборы отличаются от точно таких же похожих там копий на вас? Я говорю, ну, вы знаете, у нас он 15 лет работает и такой же, как и был. А у тех через 10 часов проверять нечего, электроды растворились. Я говорю, как можно сравнивать? Какая разница, сколько стоит подделка? Какая разница, сколько стоит неработающий агрегат? Об этом бессмысленно говорить. Лучше сказать о том, что есть реальная возможность приобрести настоящее, то, которое не подведет, то, которое покупают врачи. Я прекрасно сам помню случай, когда бывший дом офицеров, латышское общество, мы в 2000-х делали банкеты с тем же Янисом, и помню, прибегает администратор с такой коробкой, кричит, ребята, я 7 сковородок купила за 24 лата. Человек 10 бросили свою работу, побежали смотреть, потому что 7 сковородок нормальных она бы не удержала. Вот такая маленькая девочка, худенькая, да? И за 24 лата 7, из чего же, что это такое? Патрилатом. Ну, видели, металл, да, металл похожий на бумагу, покрытый эмалью, который можно один раз поставить на газ, и он прогорит насквозь. Мы говорим, где ты это купила? Какой цыган тебе, извините, никакой расовой ненависти, да? Ну, просто по улицам ходили, продавали, бывало такое. Он говорит, я рекламу по телевизору посмотрела. Ну, канал называть не буду. У меня твердое убеждение было, что большинство вещей, которые рекламируют, ну, это то, что нормальному специалисту никогда не продашь. Потому что где продаются сковородки в Риге, все прекрасно знают эти профессиональные магазины, где покупали рестораны, которые, к сожалению, я понимаю, сейчас вынуждены закрыться многие, да. Тяжелые случаи. Хуже, когда закрываются больницы, когда отказывают в приеме. Еду-то мы еще можем сами себе дома приготовить, пусть даже с доставкой. А вот вылечить сами себя, в нашем понимании, как мы можем без больницы, да? Как можно вылечить сам себя, если, к примеру, у тебя наследственное заболевание, если тебе регулярно нужен больничный уход? Я знаю, что это такое, через себя все это пропустил. Но тут от одной этой мысли становится в 10 раз хуже, и, в принципе, человек мог бы еще и жить и без больницы, но само осознание того, что помощи больше нет, тебя просто бросили, просто взяли, живи там как хочешь, справляйся сам. Это, конечно, очень тяжело. Это стресс. Стресс убивает организм. От стресса все болезни. От тяжелого стресса они очень быстро наступают и быстро заканчиваются обычно смертью пациента. Но все на самом деле в ваших руках. Как и мы когда-то смогли открыть МЦ-квадрат. Немногие знают эту историю. У нас шеф-повар со своим коллективом убежал за неделю до открытия. Представляете, испугался того, что работы до конца не сделаны. Нас набрали на ССЛВ, был такой портал объявлений. Вот кто приходил, тех и брали. Повезло, что пришли лучшие профессионалы, как выяснилось, в Риге. И мы за 3 дня сделали то, что другие не могли сделать там за пару месяцев. И посмотрите, ну, не буду еще раз называть, чтобы не было рекламы. Можно, ребята, можно, если верить в себя, не просто в удачу, верить в свои силы, вы можете многое. Со своим здоровьем. Я тоже убедился, можно сделать многое. Пусть вода и не лечит, но если в ваших руках технология, которая вас не подводит, настоящая, то все работает. А вот говоря... Точно так же, как описано в рекомендациях. Говоря про технологию, вот какие есть здесь хитрости, которые позволят сделать еду вкуснее? То есть
общаясь, можно сказать, с аппаратом, я говорю общаясь, потому что аппарат сам спрашивает, что хозяин хочет, питьевую воду, воду, которая заряжается, вручную задается pH, для полива растений, для каких-то хозяйственных нужд, для того-сего, вот есть для приготовления. Вот что здесь, какая хитрость вот есть для... Как можно улучшить вкус продуктов, используя воду? Я вас понял, Олег, очень просто. Часа на полтора-два я специально просил, чтобы на заводе добавили для людей эту программу. Вы не просто улучшаете вкус. Процентов на 30-40 вы избавляетесь от антибиотиков, той же самой курицы, да, филе. От гормонов роста. Это когда из яйца бройлер вырастает за 45 суток, что абсолютно противоестественно, против природы, по крайней мере. Там требуется минимум 90 дней. Избавляетесь от нитратов, овощи, фрукты, 1.5-2 часа. Чем ниже температура, тем лучше, поэтому поставьте в холодильник. Все увидите по той воде, когда вынесете обратно вот эту курицу, не знаю, там, помидоры, виноград, яблоки, да. То есть вы улучшите вкус и снизите содержание химии. Если вы добавите немножко серебра, концентрация 0,1, вот эти 3 литра посеребрить займет 12 секунд. У нас, есть эти 1.5-литровые приборы, мини-акватор, и два еще, если Silver и Экватор Viva, это 3-литровые, там 12 секунд занимает. Вода становится слаще на вкус. И это один из главных секретов великих шеф-поваров. Готовить на серебряной воде. Она и в продаже встречается, но стоит здорово дороже. И, конечно же, когда покупаешь, задаешь вопрос, положил ли производитель-то серебро. Здесь вы это облачко видите сами, ничего искать не надо. Кто хоть раз включал наши приборы, понимает, о чем я говорю. И если мы говорим про серебро, коль уж зашел разговор, вот я открыл рекомендации, да, по применению серебряной воды. Доцент Телесфора Салцавичус, сотрудник нашего научно-исследовательского отдела нашего завода, это Бурбулюкс, Паневежес, просто зачитаю по оглавлению. Ангина, акушерия, гинекология, там, где говорится про воспаление слизистой оболочки, трещины, там, сосков у женщины и другое, да, применение серебряной воды. В нашем приборе получается та самая коллоидное серебро, как в аптеке, то есть 35 миллиграмм на литр можно спокойно сделать. Гастрит, дезинфекция помещений в случае гриппа и других инфекций, дизентерия, дифтерия, доброкачественные опухоли, кератит, конъюнктивит, лор заболевания, то есть это фарингит, ларингит, гайморит, тонзиллит, застаревшие в том числе, да, ринит и другие. Ожоги, ожоговый центр, прекрасно доктора меня знают, вы сами работаете на растворах, где ионы серебра, да, как и лор-кабинеты. Парапроктит, пищевые отравления, там на помощь также приходит серебро, пневмония, острая хроническая пневмония. Есть такие вещи, как грибок, там на помощь приходит также коллоидное серебро, это когда ногти, кожа поражена. Простудные заболевания, в том числе вирусные, тут я просто читаю, как написано, да. Профилактика детских заболеваний, то есть это насморк, кашель, температура, недомогание, то, что может просто не быть. Да, то есть мы промываем нос серебряной водой. Полезно очень, если мы в небулазер также нальем той же самой серебряной воды при кашле, при острых респираторных заболеваниях. Рожа. Врачи знают, что это такое. Меня когда-то мой хирург отправил искать бабку. Я говорю, как, доктор, вы меня от некротического панкреатита спасли. А камешек в мотобот попал, от Риги до Гупилса доехал, нога полупарализованная, не чувствую, но на мотоцикле ехать могу. Возникло такое воспаление. Доктор сказал, говорит, это рожа. Иди ищи Женя бабку. Я говорю, доктор, вы с ума сошли? Как? Говорит, вот есть у нас в медицине, что мы не лечим. Да, мама нашла, хоть и врач. Все это сработало. Здесь без всяких таких моментов, та же рожа описана, серебряная вода, срок там 3-4 недели цикл. Стоматология, улучшение общего самочувствия, фурункулез, хирургические заболевания, это где кости, мышцы, лимфатические узлы, другие органы, пораженные инфекцией, хронический насморк. И язва, та же самая язва желудка и двадцатиперстной кишки. Здесь период 30 дней. Вы получаете четкий, понятный результат. Да, когда магазины не закрыты, наше торговое представительство завода на ЦСУ 15 работает. Кстати, пишите телефоны 6-222-22-44, 6-222-22-44, можно позвонить с утра до вечера. Телефон бесплатный, 6-222-22-44. Либо прямой телефон самого магазина нашего 257 800 ровно
48. 257-800, ровно 48. Я всего лишь прочитал, что может сделать серебряная вода, которую вы можете приготовить, как в аптеке, в нашем качественном, хорошем, настоящем приборе. Что могу сказать? Проверив на себе, проверив на своей семье, я рекомендую сделать это каждому. Вот кто меня сейчас слышит, займите, не знаю, денег, найдите их, выньте с заначкой, поверьте мне, я в гробу 8 дней лежал, там карманов нет. Нет карманов. Вообще не интересно, где похоронят, сожгут, где закопают. Абсолютно мысли не о том. Когда остаешься жив, понимаешь, что такое счастье. Вот смотришь через окно, лежишь парализованный, с трубочками вот, здесь, 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 везде, утыканный как ежик. А там по двору страда не идет человек. Снежок выпал. 2005 год, сентябрь. А он просто идет на своих двоих. Не знаю, что за человек, куда идет, о чем думает. Возможно, проблемы, возможно, тоже, как у всех, там голова гудит. Но я понимаю, что он абсолютно счастлив. Он идет на своих двоих. Идет, дышит, да? То есть живой. Угу. Так вот, жизнь – это счастье, которое даровано, не знаю, кто верит в Бога, кто верит в природу. Ее надо ценить. И жизнь своих детей, своих близких мы можем не просто сохранить, мы можем перестать бояться. Потому что есть такая гениальная вещь, как профилактика. Да, профилактика. Нас пытаются загнать в паническое состояние, чтобы мы быстрее умерли без всякого вируса. Ребят, ну а когда вам бояться нечего? У вас абсолютно нормальное самочувствие, у вас абсолютное спокойствие. Вы, один раз приобретя вот такой настоящий прибор от наших братьев-литовцев, те, которые делали, помните, холодильники Снайге, телевизоры Шилялис, это было качество, сравнимое, дай бог, с венгерскими, с чешскими, да, но никак уж не с остальными советскими. Вы в ближайшие 15 лет не нуждаетесь не то, что в другом ионизаторе, не в этом дело. Вы в аптеках перестаете нуждаться. Товарищи-фармацевты в ваш карман залезть больше не могут. Той пенсии по инвалидности второй группы, которую мне платили, помню, 86 там латов было, мне хватало еле-еле на лекарства, такая подачка от государства. Самое смешное, что мне приходилось еще искать, чтобы доплачивать. Инвалиду второй группы на работу найти сложно. Но голова соображает, консультации, рестораны открывать могу. Слава богу, на улице не остался. Хотя было трудно, не скрою. Не скрою, было трудно, и побочка, думал, меня добьет окончательно, очень больно. Когда невозможно жить, ты ешь химию, возникают те же камни, да, то есть бесконечно вырезать не получается, и доктора отказываются тебе это делать по одной простой причине. Говорит, умрешь быстрее. Я говорю, доктор, но ведь очень больно. Он говорит, а это качество жизни. Помнишь, мы тебе в реанимации рассказывали? Говорит, жить будешь, но качество изменится. Так вот, я изменил это качество. Точно так же, как я могу из любой магазинной курицы научить вас сделать практически, ну, не деревенскую, да, но ту, которую и ребенок съест с удовольствием, и кошка не будет нос воросить, и там будет польза, потому что мы от тех же нитратов, гормонов роста, антибиотиков избавимся. Точно так же я могу, поверьте мне, просто на слово, те, кто не знает меня в этот раз, научить вас жить без боли и страха. Почему? Да потому что вы будете здоровым, нормальным человеком, насколько это вообще возможно. Потому что альфа и омега нашей жизни, вода, у вас будет всегда под рукой, ее вкусно пить. Есть вот эти хитрости, да, когда она щелочная, ионизированная, все или кислотные соединения, хлор, да, сера, фтор, бром. Вы эту кислотный стаканчик вынимаете, вы же чувствуете, как он хлором воняет, да, пахнет. Угу. На вкус кислое, а пахнет хлором. Как так? Открываем учебник, химия, школа, 8-9 класс. Ага, хлор в ионной форме. Ну, значит, эта данка не врет, значит, есть шанс, что и натрий, кальций, калий щелочной тоже в ионной форме. Если собака не брешет, что, опять же, подтверждает вот этот вонючий стаканчик, да, что работает. Дай-ка я проверю. И тут вы начинаете получать результат сразу же. Вы больше не запиваете изжогу щелочной водой или какой-то водой, или содой, или таблетками, омепразолом, как я когда-то каждое утро, не закидываетесь. У вас больше нет изжоги. Вы просыпаетесь абсолютно нормальный человек в хорошем, бодром настроении. И, естественно, рука тянется куда? Выпить той самой вкусной воды. Посеребрили, она стала еще слаще. Заставлять никого не надо, даже самых таких, которые «я воду не пью, я кофе, коньяк и чай». Ну а как вы себя чувствуете? Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, только честно. Хотите отмотать лет 20 назад? И не просто штукатурки нанести, а быть по-настоящему, быть здоровыми людьми. Это не реклама, я просто рассказываю,
то, что случилось со мной. Если на 10% хотя бы допустить, что то, что я рассказываю, пусть субъективно, но правда, вы просто прямо сейчас можете набирать этот телефон по вашим просьбам. Вчера просто огромное количество людей звонило. 6-222-22-44. Мы продлили еще на один день эту акцию. 100 евро скидка на Акватор Вилла, на самую нашу топовую модель. Подарок, чтобы вы могли сделать в ближайшие, по крайней мере, год точно были обеспечены больше всем родным, знакомым. Комплект мембран, это еще 29 евро. Бесплатная, бесконтактная доставка, она сегодня также будет для вас бесплатна. Берите прямо сейчас, то есть за 339 евро. Такой цены нет нигде. Вам просто завод это дарит. Мы оплатили эту рекламу, оплатили эфир, оплатили все. Мы на этом ничего не заработаем, да и бог с ним. Те, кто возьмет это в свои руки, те будут люди здоровы. И все те, для кого вы будете делать эту воду, по крайней мере, в гости-то выходить можете друг к другу. Взяли прибор, ведь, Олег, понимаете, вам немного весит, сколько там, ну, 1,5 кило максимум. Ну да, и с водой очень компактный. Ходить не надо. Реально можете помочь всем своим близким и знакомым. По-настоящему, хотя бы первый раз в жизни. Помогите себе сами и на своем примере, вы увидите, что ничего, в принципе, даже объяснять не надо. Нужно просто дать возможность человеку сделать глоток вот этой вкусной воды. Чем хорошо было, когда люди приходили в наше представительство на ЦСУ-15. Выпил стаканчик, все сразу понял. Вкусно пить, сама затекает, мягкая, родниковая. И когда человек говорит, да я воду не пью, мне невкусно, ну, конечно, а где же такую купишь-то? А нигде. Сам приготовишь. Из обыкновенной, из той, которая течет из нашего рижского крана. Да, гупилского, айстроклинского. Любого крана, хоть из колодца набирайте. Любая питьевая вода. Компьютер все сделает сам, и каждый раз вы будете получать идеально приготовленный результат. То есть заказывайте вот разжижение крови, да, как начинается гипертония, с которой можно справиться за месяц-два, 8-0. Этот прибор, он единственный в мире такой, который каждый раз вам будет делать именно то, что вы нажали пальчиком. Поэтому и рекомендации эти, которые были в советских аптеках, в российских, поныне сейчас аналиты присутствуют, работают. Но они работают только с этим прибором, который сделан на настоящем заводе. Ну, откройте Google, наберите Пушалота Гатова 76, завод Бурбулюка, все увидите сами. Настоящее производство, работающее уже более 30 лет. То есть, а здесь представительство этого завода, насколько я понимаю. Торговое представительство завода, да. Напрямую. Настоящий завод, если посмотреть сайт открытьакватор.лв, увидите патент, где вписан как раз Витаут Оскариове, Витольд Михайлович Бахер. То есть это про них статья в газете «Правда» была, понимаете? Вот то, что вы слышали лет 10 неоднократно. Вот они у нас под боком, нам есть чем гордиться на самом деле. Нам есть чем гордиться, нам, нашей Прибалтике, есть чем гордиться. Мы не только сохранили это, многие другие производства. Да, к сожалению, немногие могут позволить себе сделать какую-то большую рекламу, торгуют потихоньку. Не всегда производители знают, как точно продать. Но я понял, что вот весь свой остаток жизни я посвящу тому, что буду людям рассказывать, что можно быть здоровым человеком. В какую бы жизненную ситуацию вы ни попали, вы можете справиться сами. Если смог я, обыкновенный, как говорится, повар, да, простой обыкновенный человек, которому сказали, говорит, ну сколько тебе осталось, говорит, максимум год. Вот так мне доктор честно и сказал, говорит, живи на всю катушку. Я сел на мотоцикл и уехал в кругосветку, доехал до Афганистана. А что мне талибов бояться, ребята, я умру завтра. Что вы мне еще можете сделать? Ничего. Вот как в фильме, да, когда герой там Колин Раком уезжает куда-то к морю. Путешествие затянулось, ребята. В 2013-м я встретил вот эту ионизированную воду. Теперь это ионизатор, вот эта вода, она всегда со мной. Удобно возить, кстати, вот эти сильвер, 1,5-литровые, в любую командировку можно взять. Я не болею. Мне не нужны таблетки. Я сдаю анализы, я вменяемый человек, то есть не сошел с ума. Я перепроверяю, я все-таки пищевой технолог, очень недоверчивый. Даже своим ощущениям я перепроверяю все, все в порядке. То есть у меня показатели, я не вылечился, подали лекарства, но в 10 раз лучше, чем на химии, которая, простите, на минуточку, стоит денег, а от побочки просто хочется лечь в гробик и закрыть крышку самому, потому что очень больно.
Вот и все. Поэтому я рекомендую всем и каждому, кто слышал нашу программу или где-то найдет ее в записи, позвонить. Даже если и по полной цене, за 439, это стоит того. Это стоит того, чтобы жить. 6-222-22-44, запомните этот номер, это не только для продажи, это ваша техническая поддержка, консультация. Мы не бросаем своих клиентов, мы помогаем их, ведем. В нашем заводе скрыт еще один смысл. Его открыли как помощь людям. Тут в советское время много производств были, которые работали на пользу людям. И вот эта идеология, она осталась. Номер бесплатный, повторю. Вы можете всегда позвонить, задать любой вопрос по использованию, там, по применению. В комплекте пойдет книга, сборник рецептур, тот самый медицинский. Книгу писали, опять же, врачи, там наш рижский врач есть. С удивлением обнаружите его фамилию, который как раз написал огромный раздел про серебро. Стоит почитать. Знакомые люди, не какие-то мифические японцы, китайцы, хотя и ссылок на международную литературу много. Откройте наш российский сайт aquator.su, да, Soviet Union, почему я так назвал? Ну, был в советское время интернет, не только ионизаторы. Там журнал «Ланцет». Знаете такой, Олег, журнал «Ланцет» есть? Нет, не знаю. Фотографии. Ну, медицинские, да. Очень известные, это как бы официальный печатный орган медицины. Пожалуйста, вот вам оригинальные фотографии на английском языке с медицинских журналов. Вот вам перевод на русский. Мы это для России сделали, здесь крайне недоверчивые люди. Не просто где-то мы сами написали. Вот оригинальное издание, вот оригинальный нотариально заверенный перевод. Читайте, просвещайтесь. У вас есть редкая возможность, приехав в Цюрих, купить настоящий Rolex по заводской цене. В данном случае качество прибора, когда он получил первое место в 2019 году в Амстердаме за инновации, говорит само за себя. Результат пусть не 100%, закон о рекламе не позволяет так сказать, да, вода не лекарство, но я, вот мой пример, моих родных, моих близких, я проверил это на своих детях, в конце концов. Запорами можно не страдать ни в 2 года, ни в 22. И дожить можно до 120 абсолютно спокойно, здоровой и счастливой жизнью, если приложить к этому хотя бы для начала усилия минимальное, просто набрать телефонный номер 6-222-22-44, либо 257-800-48. 257-800-48 – это прямой телефон нашего торгового представительства. Техническая помощь, заказ 6-222-22-44. Напомню, сегодня еще действует акция, звонки, смотри, уже идут, где вы можете получить Vivo за 339 евро. То есть не 439, 339 евро. Плюс подарок на ближайший год, мы вас обеспечим расходными материалами, комплектом мембран и доставка бесконтактная, также бесплатная, прямо до ваших дверей. Я искренне рекомендую этим воспользоваться. Деньги, они, поймите правильно, всего лишь деньги. Это инвестиция. Инвестиция в вашу здоровую жизнь и в жизнь вашей семьи. Точно так же, как это случилось со мной, точно так же это может случиться и с вами. Это находится просто на расстоянии вытянутой руки от вас. Спасибо большое. Евгений Данко, эксперт по качеству питьевой воды «Сия Акватор», 6-222-22-44, телефон, по которому вы можете заказать этот прибор. Спасибо большое. До встречи. До свидания. До свидания. Вы слушаете «Радио Болткома».